хочу примерить обмундирование российской армии. На мне бронежилет, каска, очки и наушники, усиляющие звук. Я чувствую себя хорошо и хочу служить в российской армии. Сейчас Антон Черкасов уже служит в армии. Его в числе 116 парней из Нижней и Верхней Салды, а также городского округа Свободный, призвали на службу в российскую армию этим летом. До призыва у Антона и его сверстников была возможность увидеть армейскую жизнь изнутри. В рамках дня призывника юноши посетили 42-ю Тагильскую ракетную дивизию в Свободном. Ребята воочию видят, что такое армия. Что такое армия? Потому что раньше они видели только по телевизору. Ну, по телевизору тоже хорошо показывают мощь нашей родной российской армии. Все о прелестях армейской жизни знает Евгений Бойко. Его дембель уже не за горами, о военных буднях он с удовольствием рассказывал и будущим призывникам. В первую очередь дисциплинированно здесь. Я научился много различного оружия. Стрелял с него, разбирать умею, собирать. Здесь развита очень физкультура, в первую очередь. Постоянно у нас спортивно-массовые работы. Коллектив, естественно, живешь в коллективе, помогаем друг другу. Как бы без коллектива здесь нельзя. Экскурсия по военной части, знакомство с современными видами оружия, примерка обмундирования, военная тревога и, конечно, обед в солдатской столовой. От будущих защитников Отечества не скрыли ни одного факта солдатской жизни. Оружие близко дают потрогать, рассказывают характеристики, впечатлило, что новинки новые у нас, то бишь, ну, продвигается армия. Хочу служить в каких-то, ну, элитных, хороших войсках. Отметим, что в рамках весенней призывной кампании на службу в армию было призвано более 60 тысяч новобранцев. При этом из Свердловской области порядка 4,5 тысяч человек. Особенностью призывной кампании нынешнего года стал переход на электронный документооборот. Каждый новобранец получил персональную электронную карту, которая содержит 49 различных параметров, включающих его анкетные данные, сведения о состоянии здоровья, группе крови и другие. Эти сведения учитываются при постановке молодого человека на учет в территориальные отделы военного комиссариата Свердловской области. Здоровью призывников уделяется самое пристальное внимание. При прохождении медицинской комиссии они проходят более тщательный отбор, чем в прошлые годы. При этом врачи, осматривающие новобранцев, констатируют, что их здоровье значительно улучшилось. Они связывают этот факт с тем, что люди стали больше заниматься физкультурой и спортом, а также более тщательно следить за своим здоровьем.